Кронштадтский дворец молодежи принимает заявки на участие во втором конкурсе социальных проектов «Ты можешь все». От спортивных турниров до социальных СМИ молодые организаторы учатся придумывать идеи и составлять бизнес-планы. В конкурсе можно участвовать в разных номинациях. Среди них профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, социальная реклама, соцпроект в интернете или СМИ, добровольничество, спорт. То есть в зависимости от направления конкурса может быть представлена, да, серия каких-то определенных мероприятий в рамках этого проекта. Либо это может быть какие-то листовки, баннеры, буклеты. Могут быть и видеоролики. Как говорят организаторы, польза от конкурса «Ты можешь все» – дать стимул всем желающим реализовать свою социально значимую идею, которую можно будет использовать для улучшения общества, в особенности в качестве профилактики правонарушений и наркозависимости в молодежной среде. Торжественное подведение итогов и награждение пройдет 13 числа в Кронштадтском дворце молодежи.